Подписывайтесь. 21.1 гривен. Побежали! Полумарафон! Северная столица! Всем спортивный привет! Сегодня мы в Петербурге на Невском проспекте, и здесь проходит полумарафон «Северная столица». Большой масштабный забег. Вы видите, участники, причем еще час до старта, но уже подходят к зоне старта. Сегодня начинаем на Дворцовой площади, там же и финишируем. И по центру Петербурга, по Невскому проспекту, по другим главным улицам и проспектам этого известного города. Классного и красивого. Даша бежит сегодня первый полумарафон, и это событие. Я, кстати, настоял, что должен быть первым именно этот марафон «Северная столица», потому что, на мой взгляд, он очень атмосферный. Как ощущение, как предвкушение перед первой половинкой? Мне пока что очень страшно и непонятно, смогу ли я вообще это бежать. Но я вроде бы чуть-чуть, ну, прям на самом готовилась, но, не знаю, страшно. Хорошо, что сегодня нет солнца, вот, потому что не так жарко. Так, давай в начале ролика сделаем сразу прогноз. На какое время рассчитываешь? Я рассчитываю, ну, не больше 2 часов. Ну, то есть где-то 2:00. Выбежите с 2 часов. Цель достойная, блески на щеках. 2:00. И готовимся к старту. И пошли туда, на Дворцовую. Будем сдавать вещи и готовиться к полумарафону. На Дворцовой, здесь народ подсобирается, и главное, что через 5 минут будет старт забега на 10 километров, и там тоже очень много участников, много позитива, энергии. Дворцовая площадь — это финишная черта, это стартовая, и там обычно в коридорах творится нечто по эмоциям, по атмосфере, по музыке и драйву. Мы идем смотреть на тех, кто уходит на 10-ку. Это тоже достойная дистанция и отличная пробежка в компании. Посмотрим. Поддерживайте всех участников. Я смотрю, что здорово. Полумарафон чуть позже, а мы готовимся к 10-й. Это стартовый коридор. И здесь мы с Дашей побежим отсюда полумарафон. Как тебе эмоции? Мы уже подошли. Остается совсем немного до старта твоего первого в жизни забега на 21,1 километр. Я все еще боюсь, но настроение классное. Классное, классное. Здесь только что передавали эстафету, поднимали руки, запускали волны. Музыка играет, кайфово. Остается совсем немного до старта десятки. Смотрим. Посмотрите на количество людей. Минуты до старта подойти нереально. И там тоже все в людях, особенно где зона общая, не болельщиков. Бегут, бегут, посмотрите. Поддержать своих. 4, 3, 2. Стартовали, да! Даша впервые бежит свой полумарафон, впервые. Это, конечно, особенное событие, и нужно ничего не забыть. Все сделать правильно, чтобы получить удовольствие и дальше выходить на марафонские, полумарафонские дистанции. Для этого нужно знать все тонкости. Даша, ну наверняка нужно спросить у людей, когда не знаешь, правда? Пойдем. Я сегодня бегу свой первый полумарафон. Может быть, у вас есть парочку советов для меня? Давайте медленно, терпеть. А вот у меня будет к вам вопрос важный. У меня сегодня первый полумарафон. У вас есть какие-то советы для меня? Может быть, чтобы сразу не умереть? Получить удовольствие и не упороться на первых километрах. Не пропускать ни один пункт питания и следить вообще, в принципе, за питанием. И все. И получить максимальное удовольствие. Девушка впервые бежит полумарафон. Какие-то, может быть, советы, как опытный полумарафонец, дадите? Не волноваться и не бежать слишком быстро в начале. Потихоньку, 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 потихоньку. А если будет тяжело, что делать? Будет тысячи людей выйдет сюда. Найди кого-нибудь впереди, за ним прицепиться и идти вперед за ним. Ты все поняла? Спасибо большое. Если я хочу, то все нормально.
карты и на сайте Ранси. У вас четко заданному времени, которое указано в этих флажках, будет вас вести к темпе, и у вас правильно обекали. Вот так вот коротко о наших пейсмейкерах. Так, ну мы все советы собрали, Даша уже даже переоделась, остается менее 20 минут до старта полумарафона. Не знаю, ты какой-то очень спокойный бегун, потому что я помню себя в прошлом году, перед первой половинкой я дрожал. У меня нет волнения, у меня есть только страх, и все. Ну, страх — это тоже эмоции, особенно, знаете, как классно, боитесь, а в итоге пробегаете, если неплохо, то на финише подкатывают слезы. И, конечно, большое спасибо всем, кто подходит с нами, здоровается и делает фото. Это всегда очень приятно. Уже несколько человек сказало привет, и сделали мы общие кадры. Ну а идем... Чего вы ко мне-то не подходите? Я же тоже с вами общаюсь. Точно. А сейчас идем мы в камеры хранения. Посмотрите, народу прибавляется, и уже ожила дворцовая. И идем мы сдавать мешки. И 10 минут остается до старта полумарафона. Вышло солнце, пропали облака, хотя утром дождь капал и пасмурно было. Все думали и даже гадали, будет ли гроза. Но нет, сейчас солнце. Мы с Дашей приняли решение бежать из кластера D. Предвкушение что-то есть? Как погода? Погода отличная, потому что вышло солнышко. Но боюсь, что сейчас начнет припекать. Ну-ка посмотрим, как вообще все это произойдет. Пока вообще ничего не понятно. Так, ну мы уже в стартовом кластере. Даша получила все советы, напутствия. Что главное тебе запомнилось? Сказали быстро не начинать. Я готова, вот, значит, последовать этому совету. Ну, это, кстати, самое разумное пожелание и совет. Советовали только это. Пригождается и на десятке, и на полумарафоне, и на любой дистанции, в принципе. Поэтому будем стараться следовать этому плану. Но мы в кластере, народу много, и плотность очень тоже большая. А кто первый? Меньше минуты до старта. Полумарафона «Северная столица». Но эмоции последние, финишные какие-то скажи перед стартом этого забега. Но я не волнуюсь, мне страшно. Страшно? Да. Ты как думаешь, все-таки 2 часа это твоя цель или может быть час 50? Нет, я думаю, что первый полумарафон должен быть, ну, как-то вот не больше двух. Вот если будет 2, это будет трагедия. А если там час 59, то, в принципе, уже нормально. Посмотрим, насколько мы пробежим этот полумарафон. В прошлом году это был мой первый забег массовый. Это было круто. Так, а у нас обратный отсчет уже пошел. Старт элиты будет через 1. Кластеры выходят на дистанцию, и мы подходим ближе. Да и ближе к старту, конечно, атмосфера более заводная, и музыка, и все прочее. Обратный отсчет, и остается совсем немного. Время до старта этого полумарафона для нас. Таких серьезных не с первого ряда кластер Г я не видел давно. Так, и мы совсем близко к старту подходим. Боюсь. Время доберутся. Вот будем смотреть вместе с вами. Вас много. Там до сих пор, пока я с вами разговаривал минуту, там до сих пор кластер D идет из-за поворота. Понимаете, насколько... У нас видимо, много. Один из самых крупных стартов кластеров, скоро, потому что много людей, видимо, бегает полумарафонца темпом на 1:49 результат. Кластер E, у вас 10-я минута старта, 9:20. 9, 8, 7, 6, громче, 5, 4, 3, 2, 1. Чуть не сказал один, но не сказал. Его сейчас сказали, побежим уже. Кластер большой, действительно, поэтому растянулись мы. Специально, на самом деле. Ну а вы его вслух произнесли и побежали. Побежали по сигналу Леонида Шанти своих бегунов сегодня. Приветствуйте всех участников. Смотрите, как много сегодня тех людей, которые вышли на полумарафонскую дистанцию. А теперь вдумайтесь. 21:1. Побежали! Полумарафон! Северная столица! Первый полумарафон для Даши. Посмотрим, как он сложится. Спасибо.
Все, мы побежали, включусь чуть позже, километра через 2-3-4. Первые километры пробежали, 5.18 по часам темп. Даша предпринимает попытку убежать. Быстрее начинаем, чем положено, чем планировали. Даша рвется в бой очень серьезным лицом. Полагаю, что отпущу ее. Перебегаем Неву в сторону Авроры. Там, кстати, был старт марафона «Белой ночи» в июне. Даша отпустил вперед. Очень уж она быстро, резво начинает этот полумарафон. Но посмотрим, возможно, хорошо готова. Это тоже интересно. Но мы продолжаем бежать. Это прямая на набережной. Здесь проходил старт марафона «Белой ночи» в июне. Много спортсменов, бежим в группе. Классное настроение, солнце. Так жарковато, конечно, для бега. Ну и встречное движение. Здесь по набережной возвращаются спортсмены. Кто-то даже в футбольной форме. Отлично. Ну и отметка 3 километра. Прошли два пункта питания, сейчас очередной мост и на Васильевский остров перебегаем. Там по набережной и уже немного на самом деле остается. Треть пройдена. 8-й километр, отсечка. Классные плакаты! Давай. Самая такая болельческая точка возле колонн. Обычно здесь больше всего людей собирается, ну и с плакатами, с печунями, со всем прочим. Ну и дальше побежим по Васильевскому острову. Длинная набережная с периодическими уходами на переулочки. Здесь почему-то, особенно в прошлом году, помню, когда бежал, особенно жарко было, топило. Ну и сейчас солнце тоже вышло, жарковато. 11,5 километров. Пройдено, здесь встречная. И я Дашу увидал, она впереди была, но сейчас на встречном движении друг друга мы засекли. Ну что, квест? Смогу ли попробовать догнать по этой набережной Дашу? Буду стараться. Там берем повыше и ищем Дарью. Выбежали на большую прямую, вижу ее далеко очень, но попробуем догнать. Мой любимый плакат, там бег — это свобода. Отличная фраза. А я продолжаю погоню за Дашей. По 40 секунд с километра скинул, по 5 минут бегу и, кажется, догоняю. Сейчас сделаем небольшой пранк. Я думаю, Даша не ожидает меня увидеть. А мы пронесемся мимо нее. Поехали. Ой. Как дела? Нормуль. Тяжело? Я бежала за одним мужчиной, мне так было с ним комфортно. Вот. Серёж, ты его потеряла? Я его потеряла. Нам было хорошо вместе вдвоем. Но надеюсь, ты мне сейчас поможешь. Такое бывает.
Если нашли своего мужчину, не отпускайте. Километров пройдено. Остается 6 с небольшим. 5.40 бежим. Приходим в норму. Ну и совсем скоро уже финиш. Перебегаем финальный мост на сегодняшнюю дистанцию. И остается около 4 километров до финиша. Чуть-чуть осталось, потерпели. Вообще классно. Парни. Красавчик! Все 3 атлета. Километр 200 до финиша остается. Самый тяжелый, на самом деле, участок. Потому что ноги уже не те, но надо держаться. И выходим на финишную прямую. Отсечка 20-й километр. 1100 метров остается до финиша этого полумарафона. Финишная прямая уже по набережной. Зимний дворец виден, там финиш. И вот эти финишные ощущения. На морально-волевых! Финиш идет! Финишная прямая, уже последние метры, 100 метров остается. Бежим, финиш, пошли! Ускорение! И это полумарафон в Петербурге! Северная столица! Офигенно! Полумарафон в Петербург. Какой кайф. Финишировал. Эмоции офигенные. Доволен. Прекрасные девушки, которые уже ждем Дашу. Готовы. Она сегодня финишит. Тяжеловато ей было. Девушки, посмотрим, как она. Я ее вижу. Тяжело? Позвольте начать сразу. Ты молодец, ты очень хорошо пробежала. Первый полумарафон у Даши. Очень красиво. И это супер, сейчас получишь заслуженную медаль. Запомни этот финиш. Таких эмоций от полумарафона больше не будет. Спасибо большое. Медаль за полумарафон. И это просто супер. Эмоции офигенные. Просто класснейший полумарафон. Ты это сделала, ты это смогла. Это классное испытание. Ты огромный молодец. Давай водички возьмем. Воду взяли. Сейчас самое приятное ощущение после полумарафона. Вот это ощущение, это понимание, что ты смог, ты финишировал, ты добежал. Ох, ровно год назад. Победитель. Здесь я закончил свой первый полумарафон. Именно тогда увлекся вообще бегом, движухой этой классной спортивной. И это очень круто. Осознайте, давайте все вместе. Луиза Дмитриева! Дворцовая площадь полна. Я обожаю бег. Я обожаю спорт, это просто круто. Даш, ну заключительное слово, пока мы не покинули этот створ. Я больше не побегу. Давай что-нибудь позитивное. Ты довольна собой? Ты счастлива, что ты это сделала? Я очень рада, что я добежала, потому что сначала мне было очень легко. Я прям бежала, и круто. А потом в конце, ну то есть я сначала бежала
стало кайфово, а потом я начала терпеть. То есть мне не было прям плохо. Мне просто пришлось потерпеть. И от этого, наверное, я так это... Именно поэтому все бегуны говорят, не спешите на старте. На самом деле, вот финишная прямая, когда я понимала, что у меня остаются минуты. Огорляет? Нет, минуты, чтобы выбежать из двух. Я думаю, ну я что, зря что ли бежала все эти два часа? И прям вышло все, что было. Я бегу, это вот мне первый раз в жизни такое было, что я бегу, и я понимаю, что мышцы, сейчас я сейчас упаду. Ну, типа, я сейчас упаду. Вот. И это самое классное, когда ты понимаешь, что вот она, минута, ты бежал два часа, и надо выбежать. И когда ты это делаешь, это супер. Я уже сказал себе в телеграм-канале, в кружок записывал, что это самый кайфовый полумарафон в моей жизни. Это действительно огромное удовольствие. Красивый Питер. Красивые пейзажи, отличные люди, болельщики, волонтеры, все такие молодцы и действительно сделали этот праздник. Заслуженная медаль у Даши, трудовая. Я видел, как тебе было тяжело на последних километрах. И первый полумарафон, я понимаю, насколько это особенный забег, особенно когда бежишь в конце и понимаешь, что нужно выбегать из этих двух часов. А как? Как прошел? Черту пересекла, я даже чуть-чуть сплохнула, вы, конечно, не видели, но я немножко сплохнула, потому что... Было так вообще, ну, я была в шоке. Какие-то мурашки, может быть? Да, в шоке, что я добежала, вот, и хотелось плакать, потому что мне тяжело было. И я не верила, что я наконец-таки добежала, вот. Ну, это прям, да. Я понимаю Дашины эмоции, потому что год назад, когда я здесь финишировал впервые, все то же самое. Выбегая из двух часов с огромными усилиями, мурашки по всему телу. Такое счастье, во-первых, что это закончилось, во-вторых, что это было круто, и в-третьих, то, что ты какую-то даже цель закрыл, из двух часов выбежал, это очень эмоциональный момент. Скажи, вообще, в целом, полумарафон, ты довольна, недовольна, эмоции какие-то, все-таки я дико кайфую, потому что я понимаю, что это было офигенски, а у тебя вообще первый полумарафон в жизни? Я очень довольна, что я все-таки выбежала из двух часов, вот, и вроде бы средний темп тоже неплохой, но единственное, я недовольна своим, вот, в общем, последние полтора километра, я прям поняла, что... Меня просто вырубило. Ну, так вырубило, я, конечно, могла бежать, но быстрее не могла. Вот, надо работать дальше. Советуешь полумарафон? Да, конечно. Ну, покажи медаль, покажи. Ты гордишься ей? Конечно, я повешу над кроватью. Вот такая она красивая, мой любимый цвет. Мышцы мои просто сказали goodbye. Все, пока. И я могу стоять. Это все, что я могу сейчас сделать. Не приседать и, ну, ходить только вот так вот. Я пингвин. Называйте меня просто пингвином на ближайшую неделю. Продемонстрирую. Можно я продемонстрирую, как я буду ходить? Первый полумарафон. Ты понимаешь, что первого полумарафона уже не будет? Он был сегодня. Кстати, я не знаю, говорил ты или нет, но я выбежала из двух часов. У меня, правда, час 59-20 секунд, но я все равно очень рада. Целых 40 секунд выиграла у двух часов. Я их просто отжала. И на самом деле мне бы хотелось сказать всем тем, кто побежит первый раз в первый полумарафон. Советы, потому что перед стартом мы спрашивали каких-то рекомендаций. Теперь ты как опытный уже бегун. Начинать и правда нужно не быстро. Я просто втопила и поняла, что потом я за это поплатилась. Не сильно поплатилась, но значительно так, очень значительно. Поэтому начинайте медленнее и постарайтесь к полумарафону подготовить мышцы. Не только дыхательную систему, но еще и мышцы, какие-то там упражнения. Что самое сложное было? Давай выделим. Какой самый тяжелый отрезок? Знаете, вот когда вы увидите 17 километров, вам покажется, что финиш он уже здесь, и нужно втопить и бежать. Не нужно втапливать и бежать. Бегите лучше где-то после 19 или 19,5. Вот там можно наращивать темп постепенно. Потому что я начала бежать после 17, и меня просто не хватило. И я уже потом, что ж я наделала? И было, конечно, тяжело дожимать финиш. Но я должен сказать, что у меня такая же история была в прошлом году. И тоже я, увидев, что мы перебегаем мост, и уже все, остается 3 километра. Пора начинать, подумал, но на самом деле нет. И
нужно заметить еще. Отыграть всегда успеете секунды. Да, да. Если сила-то есть. А вот показать результат. Отжать у 3 часов свои там секунды будет очень сложно. А что тебя, может быть, мотивировало? Ты как плакаты, не плакаты, потому что я бежал, кайфовал, читал, давал пятюни, разговаривал и кричал: «Привет!» Ну, меня, во-первых, мотивировало, конечно, то, что ты меня догнал. Сначала меня это погнало в большую депрессию, но потом ты мне начал помогать тем, что подбадривал, и, в принципе, ты был моим личным пейсером, вот, у кого такой есть, только у меня, вот, и ты меня подбадривал, люди, ну, как-то, не знаю, мне больше вот нравилось, что ты со мной рядом бежал, и я знала, что ты где-то там или спереди. Мне это очень нравится. Эмоции. Побежишь еще? Побегу обязательно. 100%. Просто мы отмотаем немножко назад, и там ты рассказы говорила после на финише, что уже ни в коем случае никогда. Я больше не побегу. Нет, я просто учту все свои ошибки и побегу на следующий год. Здесь же. Огромное спасибо всем болельщикам, всем волонтерам. Вы огромные красавцы. Да, благодарим всех, кто нас лично подбадривал. Водичку наливали. Тех людей, которые подходили, узнавали и говорили привет, тоже подбадривали. Конечно, большое спасибо всем, кто подходил делать общие фото. Нам всегда это приятно. И с огромным удовольствием делаем общие фото на память. Это северная столица, это Петербург, это мой любимый полумарафон. Здесь началась карьера бегуна меня, моя и твоя. Теперь тоже это отличное место, чтобы получить удовольствие, получить заряд энергии. Ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь, увидите много забегов и дашных, и моих, эксклюзивные интервью и все прочее. Классный канал Спортик. Подпишитесь, отправьте друзьям, внимание, поставьте лайк прямо сейчас, это поможет продвинуть движуху, и в следующем году еще больше бегунов выйдет на старт. Лайк, комментарий ваш, подписка. И напишите, пожалуйста, какой-нибудь комментарий для меня. Я старалась. Последний участник бежит. 3 часа лимит. И мы сейчас посмотрим на этого человека, который наверняка выдал максимум и отдал все свои силы.